Так, это запись, так сказать, далась ей Скандинавия. О чем, я думаю, вы догадались по названию, конечно. Я взял груз. Вот и Швеция. Вот Стокгольм. Тут через две стороны. Не помню, что это. Неважно. Хочу показать новые фишки. Довольно милая игра изменилась с тех пор, как ранее разыграл. Собственно, купил DLC. Хотя стыд, он 500 с лишним рублей, он просто больше, чем сама игра. Это просто... Так вот. Во-первых, как вы видите, дворник работает не все время. Вот, включая вот полный режим. Начинает все время махать. Во-вторых, появились куча новых звуков, которые все щелчки, там... Какой-нибудь резкий поворот дергаешь, и такой это, звук идет характерный. Что то, что мне сразу в глаза бросилось, что изменилось, это собственно мультиплеер. Вы слышали щелчок выключения. Вот. Чем выключил, взял я, в общем, какой-то там химический груз. Маячок, как обычно, включать лень, потому что он будет мигать и раздражать меня своим миганием. Сейчас на сервере где-то 1200-1300, не помню, посмотрел. Кстати, серверов стало опять, вернее, не опять, а вообще куча. Так сказать, для всех и всякого. Ну, наверное, как обычно, конечно, на Европе только в основном куча народу. Ну, это сервер Европа 1. Собственно, сейчас поеду в Скандинавию впервые, еще сам ни разу не видел. Включим нормальный дворник. Собственно, Британия, так как изначально у меня гараж в Лондоне, когда подключаешь какие-либо новые дополнения, то немножко перекидывает начало, что сейчас и произошло. Я, правда, уже доехал вот до этого города, откуда можно взять груз в Скандинавию. Сейчас не из Лондона. Дождь и ночь как будто специально для записи включили. Хотя это чисто воды совпадение. Набираем скорость. У меня традиционно дав. Правда, это новый дав, который, так сказать, в предыдущем крупном патче добавили. Вообще, мне помнится, что-то там читал про кучу новых грузов, а как-то я не заметил их. Ну, в смысле то, что в Скандинавии будет, ну, в смысле в самом DLC, куча новых грузов. Вообще навык я немножко растерял, давно не ездил. Почувствовал это, когда я парковал грузы. Так что сейчас, возможно, когда доеду, буду долго и отчаянно пытаться задом заехать.
как-то от атмосферности с этими новыми звуками стало гораздо больше. Постоянно какие-нибудь там штуки слышны, которых раньше не было. Ну и вообще, милая игра, конечно, преобразовалась. Интересно, синхронизируется ли дождь. А еще верните Жеку. Жека сейчас в армии. Как раздражает, когда так сигналит. На встречке. Давно я это не говорил. Сейчас бы Жеку тут было бы намного все веселее. Какой мост. Не помню этот мост. Что бы тут вообще был снова, видимо. Огромный навесной мост. Камеры. Куда же без камер? Че он в фарме мигает, еще сигналит? Зачем? Хотя мне помнится, мы с Жекой пришли к выводу, что это означает: осторожно, я дурак, держись от меня подальше. Если вот так сигналит. Special транс. Вот идет нормально. Сигналить он не может. Еще и едет в этом внутреннем ряду.
потом это. Twitch TV. Сколько это? Видеоделов. Пропустите. Очень мило, что вы такой толпой там стоите. А, там прицепаться не что. А там один, не два. Ты не видишь, что я еду? Так, вот нам вот сюда вот надо. Я даже испугался. Подожди, тут нет. А, на меня руль повернут. О, на GPS видно, что я здесь ни разу не был. Интересно, правый ряд или левый? Похоже, правый знак справа. Ступите дорогу. Некому ступать. Интересно, из-за чего оно стоит 550 рублей?
эти европейские круговые. Метр на метр еще круговой. Две трети перекрестка, мой грузовик. Дурацкий перекресток. Хоть у них тут трасса есть. Набираем скорость. На текущем патче ограничения нет в скорости. То иногда есть, иногда нет. Не поймешь. Подвесной мост. Или что это такое? Ее мост. Проезжаешь со стыковки, обычно сюда бам-бам, но тут их нету, так неинтересно. Интересно, как меня слышно на записи. Вообще хорошо, плохо. Ну, конечно, если вообще кто-нибудь смотрит.
Сегодня, кстати, уже тушено. Ну, я там все выпросил пару техник интересных на сайте СГ. Компании не будет. У нас, так сказать, на этой неделе отдых. На прошлой не было видео, потому что у меня глючил интернет, и я отказался от участия. Ну, именно в компании. Пару миссий, которые я провел, были так себе, ничего интересного. Ну, залил там один моментик, где меня чуть бетер не задавил. Обычно эти, которые вымогатели денег. Я традиционно превышаю скорость. И что, мне кажется, или слева там можно это не оплачивать? Нифига себе, 234 евро. Вымогатели. Ну да, я знаю, у меня там 44,5 миллиона. Это, кстати, несколько раз забаговался мультиплеер. Он несколько раз удваивал сумму. У меня там было изначально 1500 всего. Потом раз миллион, раз два и так далее. В итоге уже он какой сумме пришло. Было еще побольше, я еще тратить начал всякие, покупать гаражи там и прочее. В общем, в итоге сейчас меня это, экономика мало интересует. Не знаю, может быть, там пыталась ожить это, типа другие водители деньги привозят в компанию. Пенопластом по стеклу. Кстати, что-то такой расход топлива. Красивый туннель под горочку. Замучаюсь, наверное, обратно потом подниматься. Опять мост.
Тормозиська. €172. Да не возьмусь прочитать название города. Ух ты, поезд, круто. Слева вон. Какие штуки едут. Да, вот это место. Транспортная развязка такая. Ну ладно, уговорили. Стоит эти 550 рублей. Если дальше все в таком духе. Чувак с аварийкой стоит. Еще и задний ход. Задний ход, конечно, сурово на трассе-то. Или он так это хотел мне показать, что он там-то вижу эти. Я ж не слепой. Тут так много предметов на дороге, что довольно это трудно не заметить стоящий грузовик. Главное, движение такое сильное. Это называется не prime time на сервере. Сейчас 2 часа у меня. Не. Интересно, зачем в Швеции какая-то химическая какая-то канистра? То есть. Поняли. У меня там просто какая-то химическая гадость. Да, даже не возьмусь прочитать это название. Слишком боюсь ошибиться. Химикал. Как здесь разгружаться-то? Ну, видимо, вон новые места для разгрузки сделали. Жека будет счастлив. Еще и узкая такая. Сейчас замучаюсь сюда здесь вмещаться. А тельтех ткнулся. Давай, давай, давай. Вот как-то так. Ну, еще напоследок заеду в город. Вон карта новая. Примерно до Гамбурга было, а Кель, по-моему, был. То есть вот так вот. Вот. А это все новое. Все, что севернее. Ух ты, какой городок. Икея. Ну, видимо, Икея. Да уж, большой город-то. Мы еще выползаем, и отсюда, наверное, лучше попасть. А то вот
Так кто его знает, какие здесь, куда повернуть вообще можно. Там где заправка. Я ненавижу эти круговые. И вообще слово круговые мне плохие ассоциации вызывает. Не работающие светофоры по ночам. Этот мультиплеер, не уверен, что в синглплеере также. Это транспортная развязка. Лабиринт какой-то. Дорогу. Вариант желтый. Видимо, случится что-то очень страшное, если я не уступлю дорогу. Ну и, кстати, напоследок такую вещь покажу. О, ремонт, девочки, тканул. Смотрите, что изменилось. Тыкаем вот сюда вот. Вот отдельно теперь диск и это сама резина. Ну и можно боковые юбки налепить. Защита для баков. Вот отдельно. Здесь все по-прежнему. Мне не хватает кругов. Как всегда написано, Ведьмак Россия. Ну, в общем, на этом все. Сейчас возьму подло, покажу вам на видео, как я паркуюсь. Вот сидите и смотрите, как я паркуюсь. Вам никак этого не избежать. Не надо мне писать в комментарии, а я взял и выключил. Досмотрел до этого места и не стал смотреть, как паркуешься. Все, приехали. Запись. Знаю, ну и рожа.